микроскопическое соединение кабельных лотков происходит следующим образом. Соединение идет мам-папа, то есть лоток вставляется в лоток на расстоянии где-то 50 миллиметров. В процессе чего мы соединяем это все болт с гайкой, шайбой, то есть следующим образом. Обязательно обратите внимание, что болт должен быть направлен на внешнюю сторону, чтобы не повредить провода. Дополнительных соединителей не нужны.